сегодня я расскажу вам про линейку продуктов Royal Canin, разработанных специально для собак, живущих в домашних условиях – Indoor Life. Как правило, это маленькие собаки таких пород, как, например, чихуахуа, тойтерьер или шицу, или, как в нашем случае, это померанский шпиц. С какими проблемами может столкнуться хозяин собаки, живущий преимущественно в домашних условиях? Во-первых, это, конечно же, проблемы с пищеварительной системой. Многие сталкиваются с проблемой запаха в квартире, а также с нарушениями стула. Royal Canin Indoor Life поддерживает здоровье пищеварительной системы собаки и содержит белки, отобранные по принципу высокой усвояемости, что позволяет устранить проблему неприятного запаха. Они не нуждаются в таком количестве энергии, как собаки, ведущие активный образ жизни, поэтому им требуется специальное облегченное питание, которое при этом будет оставаться привлекательным и вкусным. Indoor Life от Royal Canin, благодаря умеренной калорийности и повышенному содержанию L-карнитина, благоприятствует поддерживанию идеального веса нашей собаки. Еще одна проблема, с которой сталкиваются владельцы, это ломкая и тусклая шерсть и сухая кожа у их питомцев. Во многом это следствие неправильного питания и дефицита питательных веществ. Indoor Life содержит жирные кислоты омега-3 и 6, которые необходимы для здоровой, красивой шерсти, и комплекс витаминов и аминокислот для поддержания барьерных функций кожи. Продукт выпускается как для взрослых собак, так и для щенков и содержит хелаторы кальция, поддерживающие гигиену полости рта и предотвращающие развитие зубного камня. Royal Canin Indoor Life идеально подходит для кормления и поддержания таких собак в любом возрасте. Берегите себя и своих питомцев.